Ребята, мы собрались в нашем торжественном зале, ведь мы отмечаем с вами праздник День защитника Отечества. Но этот праздник у нас будет особенный, потому что в нашем празднике будут принимать участие наши папы, дяди и дедушки. Ну что, поздравим? Давайте. Что за праздник у страны? Флаги развиваются, наши родины сыны нынче прославляются. Все, кто в армии служил, и награды и с врагами справился, и награды получил, нынче прославляются. Пусть союз плетет зимой для солдат Отечества, и пусть царит над всей землей мир для человечества. Алиса, Алиса, Алиса.
Но это еще не все. Папы у нас тоже будут принимать самое непосредственное участие. И хотелось бы увидеть в составе наших команд представителей от пап. Есть кто-то? Сейчас мы проверим, кто из вас самый меткий. Задача заключается в том, чтобы с места попасть в обруч мешочком. Главное не промахнуться. У какой команды больше попаданий, те и победили. Ну что, раз, два, три, начало игры! Yeah!
в наши загадки военные. Продолжим наше состязание.
Приглашаю команды «Ураган» и команду «Молния». Очень сильных.
Ah!
команду «Ураган» занять свои позиции. Ну и, конечно, пару. Давайте по три папы. Давайте еще по одному папочке. Как говорится, вас носит. Договорились? Да! Готовы? Да!
Одежду помнят? Да! Если вдруг кому чего не хватит, последний папа вдвоем, втроем берет флаг с башни, водруженный на нашу башню, и возвращает его команде. Договорились? Ну что, приготовились? Ну что, на старт, внимание, марш! Thank you.
соревнования. Наших дорогих пап мы поздравляем и от всей души желаем, девочки. Спасибо большое. До свидания. Спасибо.